вот смотрите, второй с КамАЗом, когда прилетел вот этот ебаный Хаммерс, это просто пизда. Как будто я хуй в нем дырок насверлил, думаю, всю пизда, вон, и рама вся в дырках нахуй. Пизда тут ебать, это силище. Прям изрешечен весь, как будто. Давай, ну сейчас мы тут, короче, попрошивало все, что можно было нахуй. Видал, какие дыры нахуй, ебануться можно. Турбина вся изрешечена, вон, в чугунных этих дыры. Это пиздец какой-то, нахуй. Восстанавливать, вы гоните, тут восстанавливать нечего. Нахуй. Не видел, как съемки, посмотри, вся поддон, нахуй, тут пизда, вот это. Смотри, вверх. Смотрите, нахуй. Пизда, нахуй. Все двери, вот они, все. Как будто я хуй по нему, нахуй. Рота солдат с ружей стрелял, оскорбительно. Вон, смотрите, это жопа, нахуй. Тут просто нехуй восстанавливать. Это пиздец. Вот он, этот американский Хаммерс ебаный, что делает, нахуй. Заряженный шариками стальными. Такого, блядь, хуй спрячется, нахуй. Вон, в рессоре, нахуй, видал? Бануться можно, да. Это пиздец какой-то, нахуй. Кузов он с обоих сторон, нахуй. На вылет насквозь, нахуй, весь. Это пиздец, нахуй. Хуй, какая броня поможет после такого заряда, нахуй. Просто полный пиздец. Вон весь бак, он, блядь, дырочку, все. Пиздец.